обидно, когда люди уходят из села. Вот паренек придет и говорит, выпиши меня, или девушка придет. Я хочу жить там в Набережных Челнах или в Нижнекамске. А я спрашиваю, а почему ты не хочешь жить в своем родном селе, на своей родной земле? А он говорит, а что мне тут делать, в грязи по пояс ходить? Выйти-то у нас негде, и грязно очень, значит, дорог нету. Я хочу в туфлях ходить, а не в резиновых сапогах. Всего 3 месяца назад была принята продовольственная программа. От этой точки отсчета и ведет свой рассказ Анастасия Николаевна Козлова. Молодежи совершенно некуда пойти. Зимой они же рано кончают работу. 2-3 часа они пришли, поужинали, там позанимались что-то в своем хозяйстве. Или пришел, лег на диван, да и уснул. Или нашел друга, встретил бутылку на троих. И... Вот плохо-то работает он, который, ладно, который гуляет, пьянствует, выпивает, и может наказать можно. Наказываем мы их как? Ну, вызовем на товарищеский суд, там лишаем классности. У нас доп. Оплаты, 13 зарплаты, это у нас, это мы все делаем. Ну, снять мы его страх, даже больно, не мы сможем. Это сильных нарушителей, вот мы с ним. Мы его снимем, а завтра идем сами заем, что нам нужно работать. Но большинство колхозников работают сознательно. Как, например, Павел Дунаев, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Длить нежелательно уборку долго. И в основном, что больше длишь ее, то больше потеряешь. Бывает 14, 15, 16 часов сидим. Когда работаешь, вроде как сердце радует. Комбайн крутится вроде, слушаешь. А вот когда погода плохая, вот это плохо. Комбайну тяжело, и самому тяжело. Забивает, не идет. Ну какие будут трудности? Нет трудностей. Если хочешь работать. Конечно, не хочешь работать, не будет тебе трудности. По-моему, так. Верная мысль. Именно трудом таких, как Дунаев, колхоз имени 20-го партсъезда получает ежегодную прибыль в 500 000 рублей. Но посудите сами, легко ли это, когда хозяйство обеспечено людьми всего лишь на 60%. Вот то, что у нас построили 116 квартир со всеми удобствами, значительно облегчило труд наших и механизаторов, и животноводов. Доярка, которая живет в собственном доме, ей нужно топить печку, носить воду, выносить, значит, там воду. Вот, топить баню дополнительно, а которая живет, значит, в благоустроенной квартире доярка, она что, придет, на газ на попутный поставит, кастрюлю, чайник, сготовила, вот, все, ей печку топить не надо, у нее есть свободное время отдохнуть. Но поселок вот этот уже строится 12 лет, за 12 лет построено 116 квартир, это посчитайте, сколько надо еще лет, чтобы еще переселить 600 человек в благоустроенные квартиры. Чтобы люди трудились с полной отдачей, нужно улучшать условия труда и быта, приближая их к городским. Нужно больше строить, как записано в продовольственной программе. А почему не строим? Потому что у нас в колхозе своих рабочих рук не хватает, хозяйственным способом мы построить не можем, а значит, подрядная организация, которая нас обслуживает, они, значит, не выполняют план. ПМК 128. В основном у нас подрядные организации. Вот в прошлом году они должны были нам сделать на 300 тысяч, а сделали на 300 рублей. Почему с них никто не спросил? Почему они в колхозе 20-й партсъезд сделали на 300 рублей, а не на 300 тысяч? Можно понять огорчение председателя сельсовета. Но здесь вступают в силу другие законы. Законы глубинки. Чистопольский район – самый большой в республике, в 2-3 раза больше других. А чем дальше от райцентра, тем хуже дороги, тем меньше хозяйствам достается удобрений и материалов, медленнее идет строительство. Земли здесь одни из лучших в Татарии, а урожайность зерновых на 10 центнеров ниже, чем в пригородной зоне.
Людям глубинки сложнее получить медицинскую помощь, бытовое обслуживание сложнее учить детей. Жизнь подсказывала, необходимо разукрупнять район. Однако вопрос это непростой. Он рассматривался в ЦК КПСС, и в конце апреля указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован новый район с центром в селе Новошишминске. Вот он, первый документ нового района. Да, жизнь веселее пошла. У нас очень хорошо отремонтировали школу. Ее сделали уже районной школой. Провели 18 километров асфальтной дороги. Открыли торговый центр. Население говорят, что обеспечение стало лучше. Вновь открыли движение самолета. Ходит внутри села автобус, детей возят в школу, в садик возят. Все хорошо, но не все так просто. Организовать новый район значит создать более 50 организаций. Нужно найти специалистов, привлечь трудовые ресурсы. Нужно жилье, стройматериалы. Только в этом году предстоит построить 300 квартир. Затраты, затраты, но на них идут. Для блага людей, для увеличения в конечном итоге производства сельскохозяйственной продукции. В которой молодежь раньше ушла в города, они стали возвращаться. Да, уже несколько семей возвратилось. Вот, например, возвратился бывший шофер сельхозхимии Былинкин Виктор. У него жена в Газбанке работает, Зоя. Сыров Владимир Николаевич. Вот начальник аэропорта оставил благоустроенную квартиру в городе Брежневе. Возвратился сюда Лихачев. Уже молодежь возвращается. В масштабах страны создание нового района – событие небольшое. Но это штрих. Это продовольственная программа в действии.